В 2007 году ушел из жизни наш земляк Александр Пономарчук, воспитанник детской школы искусств имени Якова Флиера, лауреат многочисленных конкурсов как российского, так и международного уровня, ярчайший музыкант своего времени. В стенах родной школы ежегодно проводится концерт юных гитаристов, посвященный его памяти. Александр Пономарчук родился 28 июля 1980 года. Творческий путь молодого таланта начался в стенах детской школы искусств имени Якова Флиера, где Александр постигал азы музыкальной грамоты. В классе классической гитары юноша начал заниматься с 15 лет. В 1997 году поступил в Московское базовое музыкальное училище имени Скрябина. Окончив его с отличием, поступает в Российскую академию музыки имени Гнесиных. Александр Пономарчук совершенствовался у известных российских гитаристов Кошкина, Финкельштейна и Илларионова. Активно концертировал по городам России, Украины, Германии, Бельгии, Чехии, Израиля. Александр брал мастер-классы у таких гитаристов, как Реми Буше, Ролан Диенс, Аниэла Дезидерио. Выступал в составе московского ансамбля «Кватро Мандолина». В 2007-м Александра не стало. Уже шестой год в стенах детской школы искусств имени Якова Флиера в память о талантливом ученике проходит открытый конкурс, на который приехали воспитанники музыкальных школ города Орехово-Зуево и района Владимирской и Московской областей. Выступление музыкантов оценивало профессиональное жюри.